Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас обзор на пельмени со сливочным маслицем, бульменем. Пельмени-бульмени. Сочное мясо, говядина и свинина. Что-то тут прям вот куча всего. 10 лет. Что-то там еще. Горячая штучка. Так, здесь у нас всего где-то 500 грамм. А вот 430 даже грамм. Даже не 500. Так, давайте посмотрим состав. Вот тут он есть. На красном фоне белыми буквами. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Ну, обычный, в принципе, состав. Выиграть приз. Здесь можно что-то там куда-то отправить. Опа! Пельмени ж прям убежал. Слепленные. Видно, что не вручную, а такие, мне кажется, нам до этого другие попадались. Обычные все кругленькие, в принципе. Все такие кругленькие, хорошенькие на вид. Дай-ка я их потрогаю. Вот, видите. Сейчас у меня там уже закипает водичка. И мы будем их варить. Я их сварю. И потом вместе с вами их попробуем, какие же они на вкус там. Так, ну вот смотрите, сварила я пельмешки. Варятся они 6 минут где-то. Положила я уже себе немножко туда маслица. Когда я их вытаскивала, они были прям надутые. То сейчас уже такие вот. Так, давайте их отрежем. Посмотрим, что у нас там внутри такое. Что ж там такое у нас? Ба. А там, батюшки, совсем капелька. Мясо прям капелюшечка. Хотя, может, так получилось отрезать. Сейчас достанем. Хотя, может, так и получилось. Давайте вот отсюда его возьмем и целиком его попробуем. Какой же он у нас на вкус? Интересно. Пробуем? Угу. Кстати, довольно вкусный. Тесто очень нежное, мягкое. Но в самом мясе чувствуется очень-очень много прям приправ. Мясо как бы нежное, конечно, жуется, но ощущение, как будто больше там добавили приправ, чем самого мяса. Но в целом довольно вкусно. Отличается, конечно, от того вкуса, который, когда вы варите свои пельмени, то есть делаете свои домашние, очень сильно отличается. Чувствуется, что они магазинные. Но, в принципе, можно покушать, можно попробовать вкусные. Если вот так вот нету денег, потому что, по-моему, они довольно дешево стоили. Больше химические, ну и состав там потом я посмотрела, куча всего добавлено. Все-таки там большой состав довольно. Поэтому подумайте, стоит их покупать или нет. Другой пельмешек гораздо вкуснее, чувствуется мясо, но вот этих приправ очень много. Они не сильно соленые, не сильно острые, просто много приправы. Очень много. Как будто мясо не хотели добавлять, а больше приправы добавили, которые дешевле. Чтобы получилось подешевле. Ну, вкусно, в принципе, можно кушать. Довольно-таки ароматненькие они, вкусненькие. Можно даже их есть без соуса. Потому что, ну, приправа уже есть. Вот, напишите свои отзывы, кто пробовал, как они. Вам понравились эти пельмени или не понравились, чем. Как, в каких городах вы видели, какая цена у вас в городе. Напишите в комментариях. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите другие ролики. Обзоры на технику, на продукты, на шоколадку, влоги, мастер-классы. И всем пока-пока. С вами был канал Art Money.